Добрый день, меня зовут Голованов Алексей, я являюсь экспертом по испытаниям Агроцентр Самара компании Сингент. Сегодня у нас 22 мая 2021 года, и мы с вами находимся на площадке с подсолнечником. Посев у нас состоялся 13 мая, и уже у нас появились полноценные всходы. Но не радуют нас дневные температуры, которые в середине мая достигают 34-36 градусов. Просто настоящее пекло. Давайте более детально взглянем на всходы нашего подсолнечника. Находятся они в хорошем состоянии, равномерные. Значит, получив всходы, мы можем подсчитать густоту стояния наших растений. Отмеряем 14 метров 28 сантиметров и считаем количество растений на это расстояние, что у нас будет соответствовать количеству растений на 1 гектар в 1000 штук. Всем всего доброго и до новых встреч!